Студенческая в Америке всегда параллельно шла вместе с наукой. И вот я сейчас вспоминаю старые вырезки из газет, журналы. Здесь ведь начинали многие рок-коллективы. Здесь когда-то начинали вокально-инструментальные ансамбли. Вот в зале, который вот прямо напротив меня, за вашей спиной, в колонном зале. Здесь, когда только-только начинались дискотеки, здесь проходили самые лучшие дискотеки, и на них собирался весь город. И для того, чтобы навести порядок на Первой Красноармейской, вызывали даже конную милицию. И это действительно было все здесь, в военмехе. И наверняка, точно так же, как и мы, студент Устинов любил сюда подниматься, ну и вечерами послушать что-то такое хорошее. И вот сейчас мы с вами послушаем это самое хорошее в исполнении замечательного квартета, квартета саксофонов. Можно сказать, практически ровесники Витя Федоровича Устинова. Корифеи музыки на Неве, корифеи наших оркестров.